Не бей меня сегодня, пожалуйста. Это за то, что... Ваня, ну ты ж обещал. А коли ты мне подарок подаришь? Халкавы. Сегодня. Вечером. Конечно. И всем здорово, ребятки. Сегодня я играю в Литвар. Наверное, мы продолжаем. Так. Давай, иди в попу. Подожди, я хочу тебя ударить, его мальчик. Я вот сегодня такое место. Так, мы добегаем. Ребята, мы почти уже до босса дошли. Где же эта зараза? Кто? Это кто-то огромный. Для всех боссов. Это катана. Кивемен, проваливаем. Ты не должен сюда залазить. Короче, ребята, Кивемен не справился. Ты забыл, что я ломал? Ну, все равно работает свет. О, я украинский студент. Сейчас скажи русский. Син, любий син, я тебе вітаю від усього серця. Щастя тобі бажаю. Нехай Божа ласка з тобою завжди буде. Оточують завжди лиш світлі. Добрі люди, здоров'я та натхнення, кохання і достатку, миру та добра, моєму янголятку, многоє, многоє, многоє літа, тобі, мій любий сину, з днем народження. Баги в ігрі туалет вар. Вы знали, если играть за большого спикермена и нажать радиоколонку для какого-то объекта, то оно начнет улетать. Вот видите, машина улетает. Вот я иду за ней. Подпишись на канал. Thank you.
У меня на аккаунте 1 120 280. Собирайте под этим шортсом 5. Не, давайте так, 100 лайков, и я быстрее куплю камера вумен и спикер вумен. Всем удачи! Кто помнит, у меня сегодня день рождения. Всем пока! Так, а теперь, ребята, большой умен. В нем есть бах, и вот видите, какой. Его телевизора. Вот эти текстуры вылезли. И приходится вот так ему бегать. Если не нормально. Давай, бежи, эти телеков, телемен. Та не може так бути, щоб ось прям тут. Тільки в сказках. Ось так рядом. Кстати, ви шоті, у мене екрани працюють немного на боса. Вони починають літати. Бежим. Там где же этот босс? Ладно, если это тройной брат или джимен, мне не понадобится эта пушка. Так, это кто-то маленький. Да сука, пила. При его свете скивисты все застывают. Навсегда. Так, ну это что? Еще хуже. Я хочу избавиться от белого свечения. Да еще хуже. Ладно, это получше уже оружие. Да что ты не дохнешь? Дохните, дебильные гидра. Ладно. Посмотрите, они тут и остались. Как я вам и говорил. Я уверен, большой тюмен пиля проиграет. Был бы это спикер, звуковой волны, да он его откинул бы. И можем его стрелять. Вот видите, он ломается от моего свечения.
Он меня убил. Давайте мы ему еще одну попытку дамо. Так, а теперь большой спикер. Че, он справится? Ну нет, не сегодня, не в мой день рождения вы выиграете меня. Так, где же? Сегодня 23-е, ребята. Я родился в 2010-м, если что, мне интересно. Вот, птичка прыгает. Металлический листик, надо его расстрелять. Угу. Понял. Опять говно выпало собачье. Так, по карте купить мне сюда. Кстати, вчера я еще купил, ребята, автомат. Поживоля, налейте. Вот он. Ох, я уже вижу, сколько на урона надо. Пока. 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 Ладно, давайте хотя бы до бурса бежим. Я хочу, у меня будут стреливаться. Валим, 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 валим. Да, вот где-то тут он обычно сейчас у меня здесь, по этой карте. Еще будет сегодня в конце видоса в Roblox играть мы. И кто это большой кто-то? Джимен! С ним я справлюсь. Но не сложный. Главное иметь большого агента, что убежать от него подальше. Из такого расстояния можете стрелять. Всеми пулями эти у вас есть. Да, недолго я отстреливался. Спикер, беги, не глюч. Так, привет. Где там Джимен? А, да он вояк далеко. Можно отсюда стрелять прямо. Мне уже стоит ближе. Так. О, автомат. Может, я ним быстрее выиграю? Блин, мне нужно патроны. Да иди в попу. Наносит 64 урона и тратит минуту. Пускай 25 пуль. Давай проверим. Ну, мой результат, я вам скажу, такой.
От, Джимен уже сейчас здохне. Главное, что не я. Goodbye, Джимен. Как там говорили испанцы в Испании? Ого ж, 9000 дали. Я не сперну, где-то я 10000 заработав. Дайте подпишитесь на мой телеграм. Ссылка в комментах. Так, ребята, я уже почти добрався. Вот я и нашел тебя, ТВМН. Дали 9000 чипов. Дальше у нас идет большой ТВМН. Не отключайтесь. Ну что, ребята, начинаем. Я уже загрузился за большого камерамана. Так, давайте убивать. Вот так он выглядит, ко мне интересно. Понятно, оружие много, но оно тоже отлично. Так, бежим, 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 бежим. Он говорит. Я знаю один путь до босса, ребят. Кстати, у меня сегодня, ребята, день рождения. Я хочу вас попросить, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Для меня это будет самым лучшим подарком. Ладно, не буду вас отвлекать. Приятного просмотра. Так, это что в какую сторону к нему? А, я понял. На мою жизнь надо убежать. Тут скоротить никак нельзя, а не можно. Боже, помоги. Лучше с боссом не буду сражаться, чем с мелкими. У меня нет такого оружия. Я с мелкими, надеюсь, не пила. Нет, я пила отжиг, сука так. Понятно, камерамен слабый.